Усиленными темпами городские службы благоустройства борются с последствиями непогоды. С начала сезона на полигоны вывезли уже почти 90 тысяч тонн снега. Из них более 5 тысяч тонн за минувшие сутки, когда дорожные рабочие готовились к прогнозируемому интенсивному снегопаду. Израсходовали около 180 тонн противогололедных материалов. Для приведения в порядок всех городских территорий задействовали более 2000 уборщиков территорий и порядка 600 единиц спецтехники. Работы по уборке ведутся круглосуточно. Мы работаем что в снежные дни, что в бесснежные дни. Очищаем город, убираем посадочные площадки, пешеходные переходы, что механизировано и вручную. Чтобы город был чистый. Улице Арцебушевской уделяют особое внимание, ведь из-за временного перекрытия движения на Галактионовской в связи со строительством станции метро «Театральная» основной транспортный поток пустили в объезд именно здесь. Напомним, Арцебушевская отремонтирована комплексно в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». За качеством уборки здесь ведут постоянный контроль. Данной улице будет уделено особое внимание как при расчистке остановок общественного транспорта, потому что здесь увеличится количество людей, так и на расчистке проезжей части, чтобы не создавать заторов и увеличить или поддержать пропускную способность данной улицы. Нам очень важно, что очищают не только тротуар, но и около дороги площадь, да, чтобы можно было припарковаться или спокойно перейти дорогу на светофорах. Раньше, конечно, это тоже делали, но сейчас этому уделяют больше внимания. Мы же в центре города живем. Транспортные потоки у нас увеличились. Галактионовскую, вы знаете, закрыли. Да, у нас очень большой поток пошел и автомобилей, очень заметно. После уборки тротуары и автобусные остановки обрабатывают противогололедными материалами. А из снега формируют валы, которые потом загружают и отправляют на полигон. Мария Левина, Сергей Баскин. События.